Лиза! Мия! Мур-мяу! Тав-тав! Бузя! Мур-мяу! Жоржик! Тяв-тяв! Вики! Кав-кав! Мур-мяу! Дэн! Мур-мяу! Тяв-тяв! Мур-мяу! Тяв-тяв! Кошечки, собачки! Воздушные шарики! Ну вот, ребята, теперь вы знаете, что резина, стекло, металл и пластик разлагаются очень долго. Чтобы мусор из этих материалов не вредил природе, его нужно сдавать в переработку. Всем спасибо. Урок окончен. До свидания, тетя Астрид, дядя Леон. До свидания. Хорошего дня. А еще они мурмяу волшебные. Правда? Правда, правда! Загадай желание, тяв-тяв, и отпусти шарики в небо! И твоя заветная мечта обязательно сбудется. Здорово! А что бы мне такого загадать? А, знаю! Раз, два, три! Отпускай! Отпускай! Ура! А что тебе подарили родители? Сейчас покажу. Ух ты! Покажи, покажи! Новая модель! Самая крутая! Вау! Я так давно о ней мечтала! О! Вот это да! Здорово, Вики! Пойдем скорее его запускать! Конечно! Побежали! Мур-мяу! Класс! Вау, какой быстрый и маневренный! Ой! Эй, куда? Ой, что случилось, Мур-мяу? Квадрокоптер застрял! Похоже, он за что-то зацепился. Который я подарила Вике. Что он тут делает? Смотрите, там еще один. О нет, это мой шарик. Что же мы с вами наделали? Кажется, Мур-мяу, мы нечаянно намусорили. А ведь дядя Леон и тетя Астра нас предупреждали, Мур-мяу, про пластик и резину. Тяв-тяв. Ну вот, я хотела защищать природу, а сама... Спокойно, Вики. Нужно поскорее найти остальные шарики, пока ветер не унес их слишком далеко. Мы можем использовать для поиска квадрокоптер. Точно! Вперед! Один, два, три. Здесь шесть шариков.
а должно быть 7. Одного не хватает. Где же он? Мы уже все обыскали. Ребята, смотрите! Ой! Макс, привет! А где ты нашел этот шарик? Привет! Он сам меня нашел. Я строил из кубиков замок, а шарик влетел в окно и все разрушил. Тяф-тяф! Ничего себе! Пришлось строить заново. Из-за этого я опоздал на день рождения. Прости, Вики. Ничего страшного, Максик. Я сначала разозлился на шарик, но потом решил, что он очень красивый и будет отличным подарком. Спасибо! Это и правда замечательный подарок. Ух ты! Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Вики, мы пришли тебя поздравить! Держи! Это наш подарок! Ух ты! Книжка про экологию! Спасибо! Мы знаем, как ты любишь природу. Береги ее! Ого! Сколько шариков! Советую привязать к ним грузики, чтобы они не улетели. Мы обязательно так и сделаем.